Возрождается храм, возникает новый приход. В день памяти великомученика Дмитрия Солунского епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир совершил чин великого освящения новопостроенного храма в честь этого святого в селе Семцы. Духовная жизнь в этом селе продолжалась до 1950 года. В начале 60-х старая церковь была закрыта и разрушена. В память о ней осталась одна святая реликвия – надкупольный крест, который спасла от поругания местная жительница и более 50 лет хранила у себя дома. Теперь он установлен за алтарной частью храма, освящая каждого пришедшего на молитву. Новый деревянный свято-димитриевский храм, построенный исключительно на пожертвования селян, будет собирать под своими сводами жертв, благотворителей и всех неравнодушных людей, принявших участие в возрождении из руин порушенной святыни. На протяжении многих лет жители нашего села мечтали и думали, чтобы на этом месте водружить хотя бы какую-нибудь церквушку, чтобы придать нашему селу ту историческую память, ту историческую ценность, которая была до военного периода времени. И вот, благодаря отцу Александру, эта мечта исполнить жизнь наших селян. Изначально мы задумывали вообще часовенку. Затем в процессе строительства созрел план еще пристроить маленький алтарик, чтобы хоть иногда можно было служить литургию. В итоге получился полноценный храм, пусть и небольшой. Я искренне верю и надеюсь, что светильник веры всегда будет исходить из этого храма, что вы будете беречь, приводить людей, приобщаться ко святыне, ко причастию и здесь соделывать свое спасение.